Саша, в лагере у нас есть портфель. Так что Саша, вы являетесь заместителем командира по морским делам. Хорошо. Сокращенно звонком по морю. Да. Подниматься будет совсем. Прям уже все? Держитесь. Вот да. Прям вот так вот, да? Ну. Я думаю, что может обойдется, слушай. Ну давайте. Все, прям, прям. Кать, давай тоже попрощаемся на всякий случай. Серьезно. Ну что? Вот выходит из тумана. Ну вот она. Ну, Олег, ты здесь вообще первый раз. Я второй раз. Ну, как бы. Ну, это да. Но я так и сделал, блин. Сделал. Yes. Тут трубу видно. Здесь идет вайтаут.
Олег. Начинающий, но подающий большие надежды альпинист. Тоже на него смотрели сверху? Да. Вон они, вон, видите, идут точки. Вот смотри, вот так вот черный склон. Я вижу, это больше не они. Это не тот склон. Это не тот склон. Герман, а, там. Это лыжки, скорее всего. Да, это типа эти безумные лыжки, вы помните, видели? Мы, да. Мы проходили мимо них. А Герман, потому что он выпалан сюда. Он. Тут бы тут стрёмно спускаться. Герман, он там укалывается в эту котловину и там... Он начинается перед 2 метра, да?